Всем привет! Сегодня 16 августа 2023 года. Сегодня я купил для кошек немножко рыбки. Ну, как бы купил бы больше, тут на сколько хватило доната. Но в любом случае это было приятно, то что вчера два подписчика, Паша и Олег, закинули мне деньжат. Я вот решил кошкам купить рыбки. Так что они вот сейчас покушали и отдыхают все. Онка. Онка. Чеба мурлычет. Понравилось тебе, Чеба? Ну, конечно, может, эта рыба не, я не знаю, не самая крутая, но в любом случае это натуральный продукт. Поэтому, я думаю, для них это будет, должно быть хорошо. Может, молока надо было еще взять. Ну, хотя, молоко в пакетах, оно тоже, там, скорее всего, это уже не настоящее молоко, а химия одна. Надо тут, если в деревне у кого-то покупать, у местных, настоящее молоко от коровы. Потому что в пакетах, там неизвестно, это... Одно слово, что молоко. Да? Чеба. Вообще, либо так на них жара действует, либо то, что они так вкусно покушали. А никого не видать. Все спрятались. Так, Джо с Барсиком остались пока. Еще не покушали, но там осталось... Еще размораживается. Поэтому как объявятся, их тоже обязательно покормим. Персик так и все спит. Сегодня тут спит. Так, что даже Греты не видать. Грета, ты где? Снежки не видать. Все разошлись. Все покушали. И... Ну, в принципе, время как раз такое, что пообедали. И пошли все спать, отдыхать. Да, Чеба? Иди ищи себе место, Чеба. Не ходи ты уже за мной. Ищи место, спи, отдыхай. Где же вы все, кошки? Кошки. Мяу ты, где вы все? Вообще все... Все пропали куда-то. А, вон, это Грета, похоже, спит. Чеба, ну что ты ко мне пристал, Чеба? Иди уже спи куда-нибудь. Завались. Видишь, вон, Грета там уже вовсю спит. Так, Снежки не видать. Ну что ты, тигр? А? Что у тебя с носом, Чеба? Кто тебя поцарапал? Кто тебе покоцал нож? Ой, нож, нос. Онка. Как вы? Похоже, они вообще балдеют. Покушали хорошо. О, Снежка объявилась. Покушали теперь. Онка, иди отдыхай. Вот, Чеба, вот зачем ты спишь на моем кроссовке? Не, на туфли, вернее. Мне придется сейчас вставать, и тебя придется будить. А? Создавать тебе неудобства. Чеба, почему-то нравится им на мою обувь. Так. Омка, ты куда ушел? Умка куда-то скрылся.